Борис, расскажи, пожалуйста, что ты собираешься делать с этой каменюкой такой красивой? Откуда он? Что, историю какую-то в двух словах? Это отложения морские, древняя штука. Занесено мареной, древним ледником. Когда-то бывали какая-то живность или еще что-то, или ходы какие-то морских червей. Она заместилась кремнем. Вот. У нее есть свой какой-то рельеф. Мы попробуем этот рельеф обыграть. Сделаем, наверное, что-то вроде вазочки. Вот. И самое главное, мы попробуем вот эти металлокерамические боры опробовать на кремне. Как они работают, насколько это удобно и эффективно. Борис, я могу расспросить о итогах, как ты по кремню резал? Ну, в принципе, вот я попробовал керамику. Металлокерамику. Металлокерамику, да, извини. Я очень доволен. Доволен тем, что, работая с ней, даже вот такой вот крайне неподходящий образец, ну, в общем-то, практически не давал больших подколов. Очень пористый материал, большое количество ковер, микротрещин. Ну, в общем. Поэтому ты с ним либо справился, либо нет, Борь. Ну, какой камень без каверн ты? Нет. Тут другое. Там сам материал очень пористый оказался. Вот. Ну и пришлось выбирать, где-то убирать вообще. Ну вот они, некоторые каверны, которые были очень большие, но удачно. Вот, ты же сыграл на них на всех. Ну, давай да, про сухой остаток лучше. Дупло там, ну, мушки что-то поели. Вот. Режет просто прекрасно, мне нравится. Сам вот эти вот насадки... Ну, начинал я резать по-грубому 250 на 200, по-моему. Так. Да? Угу. Потом 125 на 100, уже вот, ну, убирая там большие вот всякие съеденные грубые поверхности, вот, выравнивал. Ну и вот начал делать более-менее деталировку. Ну вот пришел к такому выводу, что вот центральная часть, она будет полироваться просто прекрасно. Я уже даже попробовал, но немножко... То есть, в принципе, еще с ним надо немножко поработать. Да, да? С ним работать еще прилично, но уже на мелких. Уже где-то начиная на сороковочке, 40-28. Там. То есть вот эти вот диски резины с алмазом, они, наверное, более всего и подойдут. Я правильно понимаю? Ну, наверное, да. Сейчас вот хотелось бы попробовать, насколько пойдут в работу здесь. А так ваза, в принципе, ведь она же для каких-нибудь таких миленьких, изящненьких цветочков. Правильно я понимаю? Ну, да. Да и так вообще просто интересно. Форма многозначительная.